7 лет назад он считался одним из самых крутых ментов в убойном отделе. Его обвинили в убийстве, которое он не совершал. Уверен, он хотел бы отомстить. Тот, кого называют Кайзер, тоже должен умереть. Я хочу, чтобы ты убил еще одного человека. Я не киллер, я бывший мент. Таких, как я, либо обожать, либо отстреливать. Это 1,5 миллиона. Деньги будут лежать в багажнике машины. У него амнезия. Надеюсь, что временная. А ты что, правда ничего не помнишь? Ты же в любой момент можешь вспомнить о себе нечто такое, что перевернет твою жизнь. Кайзер уже едет, чтобы убить тебя. Да ладно. Ты же правда не знала? Твой дружок киллер. Киллер.